Точнее, что-то непонятное. Но не менее серьезное получается. Да. Я думаю, парни сами могут Айфу рассказать все. Или он прям близко? Ну, он сказал, что он заправляется пару минут назад. Я могу позвонить. Еще раз. Он сказал, что могу. Он едет. Пиздец, как вы фермы перепутали, он не перепутали, я понял. Так он сначала сказал О'Нилов, но а мы просто ехали вообще на Синору. Потом сказал, ой, к Даттонам. Я такой, ладно. И спрашивает меня, знаешь, как ехать к Даттону? О'Нилы на этом саммите должны присутствовать. Ну, старая шутка. Да, Барбас. Все спят. Очень старая. Там, так сказать, семейство обновилось. Шок-контент. Так что не заставили. Рэнди Такер, блядь, с удовольствием припадет на колени, когда на него ствол тыкнут. Надо будет, блядь, ботинки будет целовать. Все что угодно. Вот она змея. Смотрите, он змея. Ему похуй. Он хочет молчание, имя, молчание. Хочет власть. Ну не знаю, сейчас это договаривает F на своем велосипеде, видимо. А он, кстати, на тулипе или на этом? Откуда он едет, блядь? Я не знаю, из другого штата, походу, вообще. Я ему метку отправил, он точно знает, куда ехать. Алёхи, Роман, ты где, блядь? Тебя ждем только. А, подъехали уже? Где Дюкис? Ты тут... А вон... Пиздец, блин. Вам надо чаще в Сэнди заезжать. Так я постоянно тусуюсь. И мужики, ну выдают. Здорово. Да там пиздец, блин. Там, блядь, просто ёбнешься. Привет. Здорово. На машину толкали, что ли, полпути? Да нет, там... Мы чуть на подъезде не сдохли еще раз. Ну это все получается. Ладно. Короче, до этого тоже поступала информация от друзей с города, с двух источников, что в городе собирают против нас коалицию. У меня была информация, что там были... Эти нахуй. Балосы, что изначально были, и Бемаев были замешаны. Сегодня поступила более точная информация, что коалицию собирали именно Бемаев. Вот эти Бамафе. А вот эти музычку, которую ебашут? Да. И тут неизвестно, кто именно присоединился, но, как я понял, ну, Ласты и Фэмы точно не с ними. Та встреча, которую сорвали Фэмы, постреляв Баласов, она и должна была стать, где это все обсуждают. Про стритов у нас нет точной инфы. Тут проблема не в BMF. Мы-то их начнем хуярить, и они быстро подохнут. Проблема, мы не знаем, есть ли там реально коалиция или ее нет. Но, как я понял, у них нихуя не получилось. Это... Рэнди и мужики, а вы не вы в курсе, вы видели вот видосы прикольные? Ну вот это видео, да. Да, говорят, что они тоже от Бемов. Вот, Я хотел спросить, вот эти ID-карты, которые там на видео показывались, кто-то вообще знает хоть кого-то там на эти имена? Вот, да, это городские. Шланг, это ответишь городские? На этот вопрос? Ладно, Шланг задумался. Несколько из этих ID-карт у меня лежат в сейфе. Одна. А откуда, типа, они знают? Я что-то этого не понял, типа, они говорят такое, ну, некоторые вещи, которые, типа, ну, блядь,
Знаю крысы, только северный, скажем так. Крысы. Крысы на Yellow Jake. Я думаю, есть крысы из тех людей, которых мы просим кого-то вывести, сбить. Пиздец. Карта иначе... Карта иначе не могла попасть. Угу. Получается, овцы нарядились волков. И судя по тому, что мы здесь собрались сегодня, значит, они уже ополчились. Видимо, сделали первый шаг. Так, я не знаю, в курсе вы или нет, но типа у нас были тачки припаркованы, у текилы их кто-то пострелял и просто в туман съебался. А сегодня наши машины и байки взорвали просто нахуй. Причем, вы знаете, что самое, типа, я хуй знает, как это объяснить. В нашей тачке стояли прямо на оживленной улице, да? Но никто не видел ни машины, и камеры не, сами не увидели, кто подъезжал, кто камеры уезжал. Камеры уже сдали. А, уже сдали? И что там? А, как эта машина? Оракл, человек в белой кепке. Лицо, про лицо что-то сказал, Лесли? Виктор? Нет, не говорю. Ну, лицо, естественно, будет скрыто. Ну, ты понимаешь, как такие люди действуют. Я думаю, выйдем на BMF. У кого первым получится, да, там. Возьмем этого Джаляля, Бахила, блядь, всех остальных. Джабара, блядь. Да. Из всех остальных, как говорил Дарби, мой кузен, из черкашей надо сыр делать, блядь. А почему сыр? Дырки в них сделать. Такие же оплавленные. Ладно, для тебя, блядь, рыболовную сетку сделать. Заебись. А у банков когда машины пострадали? Вчера. 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 Получается, у нас сегодня. Получается, уже завтра, ну, или, грубо говоря, он же сегодня, и мы можем где-то. Ну, я посмотрим. Джаляля берем, всех остальных ебем. Нет, Джаляля возьмем, он всю остальную информацию сдаст. Я об этом позабочусь. Информатор сказал, что... Вот эти видео 404 он расправляет, отправляет. Угу. Нужно узнать, кто крыса. Это первое. А Джаляля это который? Крыса на север. Джаляля это реально кто? Ну вот этот, блядь, Бахил нахуй. Как он хоть что-то выглядит? Джаляля. Ну я понимаю, а там же... Просто видел парочку пойду из них. Как он выглядит, так блядь, посмотрите в этом, блядь, музыке, блядь, ебучина. Он в балахоне лазит, в котором я лазил. У него манка, майка еще это была, там фото. Бородатый майк. Такой, да? Да. А, да. Все, понял. Короче, мы возим алкашку. Доставим, найдем этого Джабара, блядь, проблем нету. О, кстати, да. Может мне алкашка зачесаться, типа я рэпер, блядь. Какой ты рэпер? Ну я оденусь как долбоёб, блядь, и пойду... Да ты и так как долбоёб ведёшь себя, если молчи, пойди. С Джабаром мы решим этот вопрос, не проблема. Не, я этот вопрос так быстро не закрою. Не будет больше никаких поблажек, блядь. Эта коалиция, после того, как узнаем, кто к ним присоединился, сука, они должны страдать, блядь, чтобы больше никто нахуй, никто, блядь, за это даже не задумывался. У меня еще была информация, что там стриты замешаны. Но опять же, она не точная. Если они есть, нахуй, ебучий Гринвич будет гореть. И этому не будет конца, нахуй. Это заебало. Ну... Мы, блядь, о штате Сан-Андрес вообще не думаем. Хули, сука, они о нас так много думают. Хули, они, блядь, не могут заснуть, блядь, не вспомнив Блейн. Новости эти пишут, видео, блядь. По машинам стреляют. Охуеть, война у них, блядь. Заебало. Да они как будто сюда ездили, блядь, часто. Что надо им было. Да хуй знает, типа... Вопрос всего... правильно поставлен, немножко по-другому. Как будто им до этого было не похуй на нас. Правильно, да. Факты. Им обидно. Их, блядь, просто давят, что какие-то деревенщины, сюлюки, блядь, сделали то, что они не могут. Собрать даже вот этих ребят, чтобы за легалайз выступить. Им обидно, что какие-то грязные
люди, блядь, войдут в историю. В историю Соединенных Штатов. А они кто, блядь? Ебучие наркоманы. Мне сказали, что он вызвал Ньюс, дает интервью какой-то, этот Джаляль, нахуй. И партию Святого Единства создал. Чё, блядь? Ёбнутый. Короче, блядь, дёрнули спящего льва за хуй. Я понял, первая наша задача, цель — это Джабар, верно? Да, у него выяснить. Его эту нитку, значит. Да, соберемся потом. Ну, очень долго пытать его, не знаю, членом по лицу поводить, нахуй. Выяснить, кто зашел в эту коалицию, а потом распределим силы, нахуй, и будем ебать эту коалицию всю. Добро. Что, у нас, что ли, нет коалиции, блядь, идиоты? Суки, нахуй. Джанго, что ты там говорил про рэп, можешь рэпером стать. Да я думаю, блядь, отец как ебанат, блядь, с широкими штанами, трусами наружу и поехать к ней. Не позорь. Не позорь, тату северная. Так это ж для дела, блядь. Мы его по-другому выманим, им алкоголь поставляем. А, слышите, так я, насколько я понял, типа БМФ, они же держат этот Агаму, маму. Агама, ну да, мы им возим. Обезьяна, мама, блядь. Давайте уточним, что у них есть, в принципе. Мы... Кто-то берет Джаляля, как его берут, должна гореть Багама и музыкалка. Музыкалка — это вот эта их башня ебучая? Да. Понял. А я, кстати, с ним знаком, у него даже мой номер есть. Откуда его номер у тебя есть? Нет, тут дело в том, что я с ним разговаривал. Сейчас звонил, но не на связи. И самое интересное, что Зольд, когда его видели в последний раз, ехал к ним. Кстати, Зольда я уже не слышал пару дней. Он наберет трубку. А он на Дэвис же переехал. Мне этот сам халяль сказал. Хуйню я не сделал. То есть, соответственно, ну это точно хуйня. То есть, Жаляль тебя наебал. Зольд сказал, прихлопываю, притопу, что он поехал к ним. Немножко там, не знаю, время провести или что-то. Пойди, Рэнди, перебью все концы, пойди. Смотри, Зольд у нас баллотировался на губа Зольда, верно? Так, теперь... Нихуя себе, бля. Они решили убить, знаешь, как убрать. Возможно, убрать одного из наших, скажем так, лидеров, доверенного. Ну, еще не точно, ведь жив ли он, может, он у них в плену, блядь. Хуй знает, если два дня не берет Зольд трубку, то это странно. Да, я понимаю, возраст, инфаркт, блядь, клапан оторвался. Ну, блядь, если Анилы сегодня мне ничего не сказали, а я спрашивал про Зольда. Я думаю, блядь, здесь ноги растут, блядь, от овец. А овцы это кто? Овцы это... Про стритов ты хотел что-то сказать, я... А, про стритов, блядь, стриты это пиздец, блядь, это просто вот... Блядь, не знаю, это как... Самолично просто в говно, блядь, обмыкаться каждый раз, блядь, с ними позарить и тому подобное. Потому что они, блядь, они бесстрашные, нахуй. Ты ему говоришь, я тебя сейчас ёбну, он говорит, мне похуй. Так нахуй с ними базарить-то, блядь. Так ёбни их просто. Так не, так эта ситуация-то была в том, что мы его вывезли. Я ему, блядь, кувалдой, блядь, перед лицом машу и говорю. Ты либо мне информацию, при том, что я знал, то, что он знает. Напоминает Ямамото, сука. Да. Я при том, что я все знал, то, что он, блядь, он мог мне сказать, да? Просто хотел, чтобы он, блядь, ну, сам это сказал своими словами, блядь. В итоге он говорит, не, я нихуя не знаю. Я такой... Так, все просто, таких просто надо стрелять. Не вывозить их, а стрелять, нахуй. Чем пуля дура не шутит, блядь? Ну, это факт. Нет, стритов мы готовы, типа, сами взять, типа, им пизда, блядь. Да у них на Гринвиче народа полно, и говорят, они все Рэмбо там. Это да. Этих стритов можно выманить. Будут гореть. Самого главного. Ну так поедем все вместе, мы шо? Мы шо, не Рэмбо, шо ли, блядь? Я Рэнди, допустим, нахуй. Я Шладка. Кларк, да, там. Нет, это все ладно, мужики, смотрите, можешь все решить. Нам кто нужен с Горыновича этого? Главное, правильно? Они любят собирать запчасти, фары, хуйню всякую, привезите им под предлогом из бара. Там у них главный этот лыстик, черкаш, как его, Рамон. О. Блядь, везде, сука, черкаш, главное, что за хуйня, блядь. Нет, по ним надо сначала уточнить.
Сначала берем этого бахила нахуй, потом смотрим, кто еще был готов даже присоединиться, даже подумал об этом. Ну, короче, получается, первая цель — это вот эта бахилка. Ну, смотрите, мужики, я вам так скажу. Коль они 2 дня поджигают ваш транспорт, значит, они уже как-то укрепились кем-то. Кто у нас еще в городе есть? Смотри. Да, там, блядь, эти, те, кто крутится вокруг, блядь, гонщиков. Я не думаю, что кто-то из банд пошел к ним. Потому что Джаляль не имеет авторитета. И Ром тоже. Бахил вообще под фэмами ходил. Мали только балосы, но их фэмы уничтожили, как я понял. А да? Да. Да, все убиты. А вы уверены за этих зеленых кебабов? Так они сообщили нам. Да, куда бы чё... Ну, не может быть, что это просто для отвода ласты. Они сообщили ласты. Да тут, знаешь, не может быть, потому что Кудапчик с самого начала, уже в многих делах, когда были японцы, когда были эти BMF, были сильны и работали так же, как мы, ну, Кудап внес очень большой вклад, чтобы Север процветал. И очень тем более большой. У них причин вообще нету какую-то хуйню творить. Вообще ноль даже... причин. Знаешь, он даже поддерживает мою идею о ракетах в город. Только попросил, чтобы им тут дали место для Стробери. Ну, района своего. Вот. А ласты, в принципе, бедолаги, типа, они... Да хуй знает, что у них бедолаги. Ну, типа, я судю, потому что мы как с ними там общались, так... в хорошем смысле бедолаги. Ну, то есть не при делах. Да. Вот эти двое точно не при делах. Остальных не знаем. Но у вагасов ацтеков война сейчас между собой. Да нет у них войны, ацтекам нечего воевать. Они просто терпят. В смысле, вагасы говорят, ты вонючка, а ласты... О, кто ласты нахуй? Ацтеки такие, ну да, или чё, я не понял. Так надо вопрос закрыть тогда с вагасами, если у тебя нет нихуя, блядь. Оно так работает обычно. Ну, мне кажется, вагасы просто... Конечно, конечно, кроме этих... Дэвиса и Форум Драйва, им похуй. Они до конца, блядь, умирают. Брат, вспомни, мы сегодня проезжали, видели, как закрашивали район от стеку Баус. Мне кажется, им, в принципе, от них ничего не надо. Они просто хотят захватить больше мест. Так, блядь, ну... Ладно, неважно. Это ладно, другое. Похуй, это их приколы какие-то. Да пусть ебашутся. Чем городские больше выют между собой, нам в плюс. Так. Что-то, да, во-первых, нам нужен Джабар. Потом, во-первых, нам нужен кто-то из этих самогонщиков. И все. Там уже нити судьбы. Самогонщиков? Да, ну вот эти, да, блядь, как... Там машину к ним садишься и как, сука, жопой по полу. Помнишь мультик старый Флинстоны? Я подумал, да, ты... Этого, а, да... А да, Танах и Анила. Уже самоунчики. Мы уже. Не-не-не, мы уже выше пошли. А вы уже алкоголю не даруете? Делаем, делаем, но у нас скоро будет что-то сильное. Тоже с алкоголем связано. Это потом уже. Это интересно. Не говоришь, что ты каплю сперму будешь туда разливать. Как говорится, энергетические напитки. Слушай, я слышал, энергетические напитки, эту сперму лошади подмешивают. Я люблю энергетики. Бля, шуруп. Жалко его. Пиздец, жалко шурупа нахуй. А может, похороны устроим-то, не дам? Так они в субботу будут. Вот в этом. Так завтра у этих ванилов похороны 22.00. Здесь в конце. С Жигуларом прощание с этим тухой дарми. Сколько мертвых? Так пойди, а этим шурупом шоншу, блять, от энергетиков. Да не, я просто вспомнил. А я думал, так к этому. Не, шуруп, блять, бухим за руль сел. Ну, Эф, это ты виноват, я думаю. Кажется, своя версия. Так что Эф мне рассказывал это. Ну да, за руль сел, разъебался на Алама. Это ты виноват, Эв.
Я-то чё? Так нахуй ты с ним гонялся, блядь? Нахуй вы вообще бухими гонялись? Шруп-то он бобо был. Ну... Последствия какие охуенные, смотри. Не, я-то жив, мне похуй. Так, уже по поводу сегодня, блядь, ваши байки пострадали, а что там с подозреваемыми, что за машина была? Никто никого не видел. Нет, только что Виктор говорил, какая-то машина была. Так и нет. Это про нашу. Это позавчера. Это, блядь, знаешь, вот эти, которые... Когда был Ямамото, приезжали вот эти люди на черном БФ. 400 нахуй, в черной одежде, в черной маске и с черным пистолетом. Нихуя байка. Ну вот это такие люди, понял? Понял. В общем, призраки, блядь, как пальцы в небо. Ну, короче, они что-то пытаются доказать, но хуй пойми, что ты нихуя все равно не знаешь, кто это делает, зачем это делает. Ну, я тебе так скажу, у каждого преступления есть финансовый след, где-то да они всплывут, ничего не проблема. Ну, рано или поздно их кто-то подстрелит, и все. Так вот, с Бахилом всплыли, блядь. Я думаю, это эти, они лимусы. Вот это видео 404, это они делают. Они же говорили, людей с татуировками будут хуярить. А, даже так. Пиздец. Блять, вот мне кажется, они в какой-то момент больше, типа, татуировки ненавидят, блядь, северные, чем, в принципе-то. Короче, я хуй знает, какая-то ебанутая логика у них. Обиженный. Продолжай. Дальше. Эх, блядь, я очень интересно на них, я не понял. Да похуй. Да их не понять, и они городские, нахуй. Это пиздец. Я главное не понимаю, откуда у них такая байка, то что мы всех городских ебашим. Не, ну это не особо-то байка. Не, ну... Ну не то чтобы всех. Да. А, ну, но мы ебашим долбоебов. Ну да, да, типа долбоебов. А мы ж не виноваты, что там больше все долбоебов. Тебя тоже заебашат похуй. Ну факт. Блядь, откуда у них такие стереотипы, я понять не могу. Еще нас расистами называют. Блять, кстати, стреляйте. О, вот блядь, гляньте на Жанку, какие мы расисты. Иди быстрее в дом, принеси мне попить, заебал ходить. Какие мы расисты, блядь. Ну серьезно, блядь. Женя, есть. Видишь, там человек сам не смог бы выжить, блядь. Ему воду дали, блядь, нахуй. Бесплатно, блядь. Конечно. Какие мы нахуй расисты. Это он там у себя дома чуть бы не сдох бы. А тут бесплатно, блядь. Пей сколько угодно, не надо ждать Анджелины Джоли или Брэд Питта, нахуй. А. Нихуя, натренирован? Да. У нас, блядь, нет расизма, мы осуждаем всех, это, блядь. Да все, сука, не стой за моей спиной на душу, съебись нахуй отсюда, Ваня. Мы вообще нахуй расизм. Давай осуждаем, убьем, нахуй, ненавидим нахуй. Осуждаем. Сларк. Почему он у вас в обуви ходит? Чтоб мозоли не натирал, чтоб бегал за машиной. Его одежде. Парни, шутки, не забывайте, что у него северное тату. Да, да, да. Я еще хотел, чтобы...